А водители Екатеринбурга поймали губернатора на слове. Евгений Куйвашев пообещал выделить уральской столице дополнительные средства на ремонт дорог. Власти Екатеринбурга смогли убедить главу региона, что денег на ремонт и реконструкцию в этом году катастрофически мало. И привести магистрали в порядок своими силами город не сможет. Я объяснил Евгению Владимировичу тяжелое состояние улично-дорожной сети. Неудовлетворительное. 65% у нас недоремонт дорог. Понятно, что в этой ситуации каждую весну мы все больше и больше ям имеем на улично-дорожной сети. В этой ситуации он подтвердил, что выделяется дополнительно городу 700 миллионов рублей на ремонт дорог. Кроме того, губернатор пообещал дополнительные деньги на то, чтобы в этом году приступить к возведению необходимой городу развязки на Амундсена. Еще 100 миллионов рублей региональная казна должна выделить на начало реконструкции парка Маяковского. Таким образом, на ремонт дорог в этом году у города будет 1 миллиард рублей. Правда, этого хватит только на реконструкцию 6% автомагистралей. К работам приступят, когда полностью сойдет снег. Напомню, проблемы с финансированием дорожных работ возникли в конце прошлого года, когда по решению областного правительства бюджет города урезали на 7 миллиардов рублей. К тому же в этом году в 4 раза сократили финансирование целевой программы «Столица».